Сегодня я вам покажу самые крутые секреты в новом обновлении 3.9.02 в Chicken Gun. Ну а ты поставь лайк, подпишись на канал, если хочешь, чтобы следующее обновление 4.0.0 было очень крутым. Ну все, я думаю, ты уже подписался, и погнали, я покажу эти секреты. Ну и первый секрет — это получение разноцветных обезьян. Давайте зайдем на карту Island, где находится у нас обезьяна. Давайте сюда зайдем, и нам ее нужно сейчас найти. Так, вот этот камень, который нам нужен. Давайте заспавним самолет. Так, спавним самолет и давайте летим на вон тот остров. Ну и если ты до сих пор не подписался на канал, то обновление 4.0.0 вообще может не выйти, так что подписывайся. Ну а тем временем мы уже прилетели на этот остров, где находится обезьяна, и давайте в нее постреляем, и может нам реально даст разноцветные обезьяны. Ну и я уже, в принципе, долго стреляю с разных оружий, и давайте проверим наш инвентарь. Заходим в этот раздел, и так, ничего, по-моему, не появилось. Ну и значит, этот способ получить разноцветных обезьян в Chicken Gun неправда. Ну и следующий секрет у нас связан с картой Town 3F, точнее с домом на карте Town 3F, и еще с домом, который находится у нас в инвентаре, который мы можем заспавнить. Давайте зайдем на карту Town 3F, и я вам сейчас все покажу. Ну и мы далеко заспавнились от этого дома, который нам нужен. Давайте возьмем самолет и как раз полетим к этому дому, и я вам покажу этот секрет. Ну и вот мы прилетели, давайте спрыгнем с самолета, и вот смотрите, нам нужен вот этот дом. Вот посмотрите на этот дом, посмотрите, что тут есть, чего тут нет, и теперь давайте я заспавню точно такой же дом. Так, где он? А, вот он, и смотрите, тут ничего нет, а когда мы придем в этот дом, точно такой же, тут стоит вот такой вот мусор. Вот посмотрите, в этом доме, которым я заспавнил, есть мусор, и в этом точно таком же доме на карте нет такого мусора. И у нас есть вот такое вот отличие между домом, который находится на карте, и дом, который мы можем заспавнить. Ну и следующий секрет — это мы будем призывать секретного дракона в Chicken Gun. Давайте зайдем в магазин, чтобы его призвать, и оденем скин как раз дракона. Теперь давайте зайдем на карту, например, Big Farm, и там будем его как раз призывать. Давайте отойдем на место, где более-менее ровно, и теперь давайте заспавним вот такой вот деревянный забор и поставим его вокруг нас. Ну и все, я заспаунил забор, и теперь давайте поставим вот такой вот костер и включим темный режим, и просто на нем будем жариться. Ну и все, теперь давайте просто подождем. Ну и все, прошло уже где-то 5 минут, давайте включим нормальный режим и теперь посмотрим в инвентаре. И тут ничего нет, давайте посмотрим тут, и тут тоже ничего нет. О, а в животных тоже ничего нету, жалко, у нас новый дракон не появился. Ну и вы помните, если вы не подписаны на канал, то обновление 4.0.0 не выйдет, так что подписывайтесь.